Самый легендарный долгострой Красноярска, здание КТЭК НИИ «Уголь», выставили на интернет-аукционе и цену назначили всего 2 миллиона рублей. Напомню, высотку начали возводить еще в 1983 году и за 6 лет построили 100-метровое здание в центре города, но так и не ввели его в эксплуатацию. Заброшенное бетонное строение с балконами обрело нового хозяина в 2004-м, который несколько изменил его внешний вид, закрыв стеклом. Но высотка так и не стала офисным зданием. На днях КТЭК появился на интернет-аукционе с начальной стоимостью 2 миллиона рублей. Как выяснилось, это не розыгрыш. Представители владельца объекта заявили, что действительно продают высотку, но стоимость 29-этажного здания указали условную. Таковы требования сайта. Истинную же цену называют только потенциальным покупателем. В среднем стоимость подобного строения начинается с 500 миллионов рублей. В описании лота заявлено, что здание оборудовано 6 лифтами, полностью закрыт тепловой контур, а в придачу идет земельный участок размером с гектар. Мы рекламируем на сайте объект без цены. Интересанты, которые у нас есть, они порядок цен примерно понимают, звонят, задают правильные вопросы, выезжают на объект, делают свои предложения. Пока 3 организации интересовались, одна смотрела, делала свое предложение, но о цене не договорились.